Всем привет! Сейчас гуляла, ну, ходила гулять и зашла в Фикспрайс. Сейчас покажу, что я купила. Так, купила я вот такую пастилу. Мне она очень нравится, и состав у нее просто пюре из яблок печеных. Все. Купила чай вот такой в Фикспрайсе. Он его дешевле, выгоднее все покупать. Он там стоит 55 рублей, в остальном даже в магните взять, он стоит намного дороже. Так, купила два вот таких не молока дочерям. Купила вот, ну, женские дела эти все. Там, кстати, тоже мне нравится, что в Фикспрайсе там выгоднее всего это покупать. Две баночки для анализов. У меня дети заканчивают 9 класс, и в пятницу в эту они всем классом идут проходить всех врачей. Нужны баночки для анализов. В общем, взяла. Купила вот такую штуку, сыворотка красоты, омолаживает кожу, растительная плацента, питает, увлажняет. Анти-эйдж флорисан. В принципе, мне вот этот флорисан мне вообще нравится. 55 рублей. Попробую. Так, купила для средства для чистки мытья стекол и зеркал. Вот такое. Тоже хорошее, мне нравится. Купила... Ой, господи, упала у меня, извините. Купила вот такое вот средство Чистин 3 в одном. Мне он тоже нравится. Отлично чистит, уничтожает микробы, устраняет неприятные запахи. Содержит активный хлор. И стоит 55 рублей. Вот такие три шоколадки взяла. Правильно показываю? Победа. Сейчас они в Фикспрайсе стоят по 27,50. Купила на 8 марта кому-нибудь там дарить. Вот. Купила вот такие трусики женские. Вот так вот. И купила мужу труселямбы. Вот такие. Пару штук. За 55 рублей. Вот такие. И самое последнее, что я там увидела, я купила вот такое вот кокосовое масло. Оно стоит 99 рублей. Для жарки, тушения, выпечки веганский продукт не содержит ГМО и холестерина. В составе только кокосовое масло. Вот такое. Хочу попробовать. Вот такая вот у меня была закупка сегодня в Фикспрайс.